Блин, да, вот, я в декабре, например, надел там банку из рубля. Как часто можно? Ну, вот это то, что мы делали, я, например, где-то 1.5-2 часа в день делаю, я делаю еще не один, я делаю с своими коучами, с партнером, мы сейчас с этого долго уже вместе занимаемся, у нас вот прям такая сессия 1.5-2 часа в день. Вот. Но вот это состояние, которое вы это новое, я в нем сейчас пребываю практически все время. Я очень редко сейчас, ну, я даже, наверное, не смогу, что сейчас вот есть какие-то выгоды такие ситуации. А самому можно это делать, или это с помощью другого человека? Ну, вот я в этом головном состоянии все время нахожусь. То есть ты можешь делать сама практику, это просто расфокусировки, это просто дополнительная техника открывает, как бы это там концентрируется, а потом ты просто представляешь, что там сверху вот это вот будет. Да, музыка, она просто записана,